Как интересно, что в древности люди заметили, что в зависимости от того, в каком положении, в каком знаке зодиака находилось Солнце в момент вашего рождения, люди начинают обладать какими-то определенными свойствами. Вот именно по положению Солнца в момент вашего рождения можно сделать вывод о том, какой человек будет, какие у него внутренние качества, какой есть потенциал. И вот посмотрите, да, вот эти знаки зодиака, вот эти символы нашей сути, по большому счету, вам сегодня доступны по цене 999 рублей. Серебряные знаки зодиака в золочении. Посмотрите, как они сиятельно выглядят. Потому что есть у нас окружность, вот такая как раз солярный знак, знак Солнца, и в центре вписаны потрясающие по скульптурному исполнению знаки зодиака. Давайте смотреть. Каждый из них — это отдельная скульптура, это отдельный рельеф, это отдельное произведение искусства. Вот у нас наша модель уже выбрала знак зодиака, посмотрите, на себя как раз примерила. И у Лены, у тебя, по-моему, вот я сейчас не могу даже видеть. А, стрелец, у Лены стрелец. Вот посмотрите, как раз стрелец очень четко, хорошо проработан. Посмотрите, видно, да, как видно детали, видно элементы. А видно, как у нас сияет алмазная грань по бокам самой подвески. И, конечно же, сейчас давайте с вами измерять размер, потому что вы видите на модели, что достаточно крупная подвеска. Но я бы сказала, что размер оптимальный. Это достаточный баланс и крупности, и блеска, но при этом не будет смотреться как чересчур, будет смотреться наоборот очень элегантно и красиво. Давайте с вами смотреть, какой у нас с вами размер этой подвески. Стоит того, чтобы уделить этому внимание. Смотрите, 3,5 вместе с ушком. Размер сам вот нашего солярного знака, да, в районе 2,5, но вот с ушком 3,5, вы видите, очень четко, хорошая подвеска, хорошая по размеру, а блеск даже измерять не нужно. Вот интересно, есть ли какие-то измерители для блеска для нашей алмазной грани, но я могу сказать, что гемологи и специалисты по ювелирному делу алмазную грань тоже сравнивают по блеску именно с алмазами, с бриллиантами, да, видите, какое сияние, какие звезды у нас с вами, вот они, посмотрите, звездные блики, созвездия, знаки зодиака, есть и Водолей, есть и Весы, есть и Лев. Вот сейчас у нас как раз близнецы очень видны, да, хорошо. Смотрите, а Скорпион, а Рак, а еще вот она, великолепный совершенно, вот у нас с вами Стрелец. Все 12 знаков зодиака. Даже если вы свой сейчас знак зодиака не увидели, посмотрите, есть все 12 знаков зодиака. И давайте с вами посмотрим еще раз просто на детали. Хочу вам на примере одной подвески показать деталировку этой подвески, конечно же, с одной, с другой стороны, чтобы вы понимали, что вы приобретаете за 999 рублей. Это серебро 925 пробы, это золочение, это ваш индивидуальный символ. Это ваше персонализированное украшение, потому что если вы дева, если вы козерог, если вы весы, это вы. Вот это ваш знак, это ваш символ, это ваша внутренняя составляющая. Посмотрите, какой красивый у нас с вами, какой у нас с вами красивый знак зодиака, вот это солярное, действительно потрясающее обрамление, и вот такой круглый, идеальный, да, идеальное воплощение в центре. Сразу напоминает, да, лучики солнца, сразу напоминает дизайн, вот такую солнечную форму. Итак, 999 рублей – это наше специальное предложение дня. 999 рублей на подвеску весом почти 4 грамма. Здесь вес очень приятный, очень комфортный, при этом солидный. Такую подвеску удобно носить, ее, согласитесь, не стыдно подарить, потому что если вы дарите серебро 925 пробы, это особый подарок. Давайте с вами смотреть на клейму завода-изготовителя, давайте с вами смотреть как раз на оборотную сторону. Оборотная сторона также хороша и также красива. И вот у нас клейму завода-изготовителя и проба. И я хочу напомнить, что у нас остается ровно месяц до нашего Нового года, до наступления 2017 года. Это лучший подарок, это лучший подарок на Новый год. Вы можете сейчас забрать 2, 3, 4 знака зодиака, пока никаких ограничений нету. И вы уже обеспечите себя подарками на весь год. И, кстати, очень здорово начать знакомство с нашим телеканалом вместе, а вот с таким знаком зодиака и как раз с такого подарка для своих родных и близких. Безусловно. Чаще всего знаки зодиака выбирают в качестве подарка. Это универсальный подарок, потому что вам не обязательно знать пристрастия человека, вам не обязательно знать какие-то вкусовые особенности, вам достаточно знать только дату рождения. И вы дарите серебро. Вы дарите серебро в золочении. Это всегда подарок уже солидный и статусный.
Такой знак зодиака – это классический дизайн, ну, конечно же, со своей изюминкой, вот такой в виде алмазной грани. И я могу сказать, что с этой подвеской можно выйти, как говорится, и в первый мир, и добрые люди, да, можно совершенно спокойно носить и в будни, и в праздники в качестве дополнения. Кстати, у нас наша корреспондент Ярославна взяла себе и маме, а Светлана Воронцова взяла, наоборот, себе и дочери. А Юля Колосова сейчас смотрит и тоже говорит, что хочет всем своим подружкам вот такие знаки зодиака подарить. Кстати, замечательный знак зодиака в качестве подарка и коллегам в том числе, да? А вы успеете взять свой? Вот посмотрите, у нас действительно, у нас ограниченная партия. Причем вот по такой цене, согласитесь, за часы, просто за часы разлетится эта подвеска. 999 рублей за серебряную подвеску в золочении. Такое сияние, такая игра света, такая красота и такая утонченность. Ваши знаки зодиака – это ваша характеристика, это ваш знак, это ваш символ, как подпись. Ваш индивидуальный, ваш персонализированный, ваш красивейший и универсальный вот такой сияющий знак зодиака. Итак, давайте смотреть, вот он, опять же, алмазная грань. Да, что мне нравится, что здесь есть сочетание цветов. У нас с вами алмазная грань выполнена в серебре. Посмотрите, да, вот так вот в белом цвете. И плюс у нас с вами еще золочение. Посмотрите, с какой скоростью у нас разлетаются, кстати, наши знаки зодиака. Вот эти комбинированные цвета, это тоже плюс, потому что вы можете такую подвеску носить как с золоченой цепочкой, так и с серебряной без золочения, да, потому что сейчас допускается сочетание двух цветов, и серебра, и золота. У нас здесь серебро в основе, и золочение, как раз золочение покрыт знак зодиака. Посмотрите, как проработаны даже вот рожки, даже вот шерстка, собственно говоря, вся видна. Вот такой уровень проработки есть абсолютно в каждом знаке зодиака, какой бы это ни был. Я для себя уже выбрала свой знак зодиака, Дева, как раз он на мне сейчас и находится. И 999 рублей стоимость за любой из этих знаков зодиаков. Колл-центр сейчас перегружен, огромное количество звонков, присоединяйтесь и вы к нашей большой ювелирной команде, заказывайте знаки зодиака на подарки для себя. Есть много поводов, а самое главное, цена сегодня беспрецедентно доступная, 999 рублей.